Я прошу у вас внимания, нешуточная мания. Ура телевещанию, да здравствует прогресс. Желание им фильтруется, и мнение формируется, и всякому явлению оно прибавит вес. Здесь известно все заранее, ненужный ум и знание. Без лишнего старания рождается звезда. Немного обаяния, запудрены бараньи. Мозги у тети Мани, ставки, гонки, поезда. Не коснется, пусть насует, на стол слухи вальс танцует. И не кстати, и не вместе, и не в лад, и не в попад. Пусть как карты нас тасуют, кто не с нами, пусть пасуют. Ведь экран подчас рисует, жизнь прекраснее его 100 крат. Эй, ручку поверните. Настал свидание час. Мы будем телевидеть, а просто видеть не для нас. А вот студия другая, передача дорогая, по количеству в ней выплаканных слез. Слезы меряют на литры, обязательно пролиты они будут. Да, мой друг, что за вопрос? Ведь за этим сна не зная, редактура наблюдает, репетирует, когда, зачем и кто. Кто заплачет, кто завоет, повстречает, успокоит, кто споет, не дай бог, ежели не то. Продлеваются контракты, улучшаются контакты, без антракта и без устали, за трактом тракт. 2 часа рыдают зрители, программу поглядите, и от всей души получите инфаркт. Эй, дежурно улыбнитесь, поправим парики. Мы будем телевидеть. А кто не телевидит, дураки? Вот дама в платье москошвея, правый бок чуть-чуть левее, левый бок чуть-чуть правее, дама песенки поет. А программу переключим, очевидному научит. Как оно невероятно, просто за душу берет. Для того, чтобы телевидеть, можно даже еле видеть, можно даже еле слышать, полудумать, полуспать. Мир животных, мелодрама, шайбы, кино, панорам. И свои сады от кресел мы не в силах оторвать. Радость, боль, любви, капризы, все заменит телевизор. В стороне друзья и книги, и прогулки под луной. Кто куда, а я к дивану, к недалекому экрану. Кто далек, тем не по пути со мной. Кто куда, а я к дивану, к недалекому экрану. Кто далек, тем не по пути со мной. Кто куда, а я к дивану, к недалекому экрану. Кто далек.